Хочу поговорить насчет одной интересной и уникальной темы, которую Бог мне открыл, которую я назвал ⁇ Творцы истории ⁇ Сегодня мы с вами поговорим насчет того, в какой реальности мы с вами живем, что есть история. Я вам уже говорил, я человек истории, я люблю вникать в христианскую историю, я люблю вникать в светскую историю, в историю царей, в историю войн. Мне очень нравится Библия, потому что это, во-первых, историческая книга. Мне очень нравится все, что делали, мне нравится какие... Потому что история, когда жизнь человека прожита, очень интересно ее читать, потому что ты видишь и начало, и конец, и ты можешь сделать какие-то выводы. Что есть история? История – это есть чья-то реальность. Дорогие мои, вы сейчас прямо сидите. Я хочу, чтобы вы просто подумали вместе со мной. Вы сейчас сидите в этом зале, в этой стране. Вы сейчас сидите в стране, которая называется Украина. Вы приехали сюда. Некоторые из вас живут здесь. Я вам скажу, что... Это чья-то созданная реальность, вы понимаете? То есть кто-то ее создал, кто-то создал эту реальность, кто-то подумал, задумал и сделал. И теперь мы с вами просто рождаемся в чью-то реальность. Хотим этого или нет, мы в нее рождаемся. Мы не можем из нее выйти, мы не можем ее изменить, если ты человек... Знаете, такой, если ты простой человек, если ты даже не думал о том, о чем я сейчас буду говорить, ты даже не пытаешься ее изменить, потому что тебе реальность, ты на нее недоволен, ты ее ненавидишь. Многие люди эту реальность пытаются залить водкой, многие пытаются залить ее чем угодно, знаете, разными грехами и проблемами. Они пытаются утолить, потому что а их не устраивает эта реальность. Дорогие мои, знаете ли вы, что Церковь и ты и я мы созданы изменить реальность на нашем месте, в нашей жизни и все вокруг. Вы знаете это? Прямо сейчас, хотите вы это или нет, вы сидите и живете. В мою реальность вы попали чуть-чуть. Вы понимаете, о чем я говорю? Дорогие мои, хотите вы это или нет, вы сейчас связались по какой-то странной причине, вы приехали сюда. Нечаянно ничего не бывает. Вы попали в мою реальность. Знаете, что ваши мозги сейчас не думают, как вы хотите, ваши мозги почему-то думают так, как я думаю. Вы понимаете, о чем я говорю? Не потому, что я навязываю какую-то грязь, а потому, что я человек, наполненный Богом, и я куда прихожу, я несу реальность. Если ты не несешь реальность, ты не имеешь реальной силой вы понимаете алкоголики политики люди зла они несут свою реальность ты когда побудешь около человека лжеца ты увидишь что вокруг него своя реальность вокруг алкоголика своя реальность и свои же друзья у него свой мир и иногда ты поговоришь с человеком он живет в прекрасной стране но у него ужасная реальность вы понимаете и иногда ты поговоришь с человека который живет в очень нехорошей стране в очень нехорошем месте но у него абсолютно другая реальность потому что он отрекся жить там где ему написали он отрекся жить в том что ему предначертали он меняет свою реальность дорогие я хочу вам сказать мы с вами все призваны изменить реальность вокруг нас у нас с вами у всех есть реальная сила изменить все вокруг мы просто должны начать ее использовать. Эйма. Смотрите. Знаете, откуда родилась эта тема? Один раз Иисус мне пришел и задал вопрос много-много лет назад. Чьей реальностью ты живешь? Я сначала ничего не понял. Я сидел на бревнах около залива, я просто щелкал семечки, я просто сидел, смотрел, знаете, как проплывают корабли, лодочки. Мне просто нравится это место. И Господь мне просто говорит, чьей реальностью ты живешь. Я сначала не понял, что ты имеешь в виду Господь. Он говорит, тебе нарисовали реальность. Нравится ли она тебе? Я говорю, нет. И потом Господь начал возвращать меня в Слово Божье. И я начал видеть, что где бы ни приходил Иисус, реальность менялась. Вы понимаете, о чем я говорю? Куда бы он ни приходил, куда бы ни приходили его ученики, все начинало меняться. Хотят они этого или нет, все меняется. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы с вами накопители силы Бога, и человек, пообщавшись с нами, он начинает преображаться в Иисуса Христа. Он начинает думать по-другому, не потому, что ты какой-то сверхъестественный, а потому, что ты в присутствии Бога, потому что ты ходишь в Его силе, и у тебя абсолютно другая реальность. Ты никогда не введешь человека в силу, если ты не имеешь силы. Ты никогда не изменишь его реальность, если твоя реальность не изменена. О, дорогие мои, вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Ты имеешь реально силу изменить то положение, в котором ты находишься. В то время, когда все говорят, все идет вниз, все плохо. Вы знаете, я вам сейчас скажу, я отрекаюсь от этой реальности. Знаете что, дорогие мои? Вокруг нас. Массы людей, массы служений, все идет на вымирание. А знаете, что происходит в моем городе? Все удваивается, утраивается, растет. Чудеса знамения, крещение, освобождение. У меня другая реальность. Вы слышите меня? И я не позволю ни дьяволу, ни людям изменить то, что Бог дал мне и написал в своем Слове. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть вот она реальность, дорогие мои. Да придет царство твое на землю такое же, как и на небе. Аймен. Реальность неба кто-то должен принести на землю. И кто это будет? Это будет невеста Иисуса Христа. Это будешь ты, и это буду я. Когда я читаю, я совершенно углубляюсь в другую реальность я вижу что делал иисус что делали ученики и я видел какую реальность они несли и я говорю отец я хочу жить в этой реальности и он говорит у тебя есть абсолютно все для того чтобы жить в этом мире и жить в своей реальности жить в той реальности которая написана здесь вот наша реальность христиане вы слышите меня вот наша реальность это слово божье Господь мне сказал, ты можешь, когда Он говорит, я проведу тебя через процесс, когда ты будешь полностью захвачен мною, когда ты полностью посвятишь мою жизнь, свою жизнь мне, ты не только изменишь свою реальность, но ты даже не хотя, когда ты будешь говорить, ты будешь менять реальность масс людей на протяжении, на расстоянии тысяч километров. Вы слышите меня? Ты только услышав одну тему, твоя реальность начнет меняться. Почему? Это не я делаю, это делает тот, кто во мне. Потому что он живет в тебе, и он тоже хочет изменить твою реальность. О, дорогие мои, мы с вами имеем силу, которая не снилась никаким сатанистом в жизни. Мы с вами люди, если мы только поймем с вами, невеста даже еще не понимает, что она может делать. Церковь еще в зародыше славы, но когда мы с вами научимся, когда мы с вами отбалансируемся, когда мы с вами вырастем, о, дорогие мои, приготовьтесь, это будет хорошая поездка. Мы с вами, дорогие мои, когда ты возьмешь власть, и ты скажешь, я не хочу, чтобы этот бар был на моем углу, и эти драки, эти мордобои, пьянки мне надоели, и я проклинаю этот бар во имя Иисуса Христа. И по какой-то странной причине, через неделю он сгорел нечаянно. И я рассказываю настоящую историю, у нас кто-то помолился такой молитвой. Кому-то надоело, и он говорит, мне эта реальность на моем углу не устраивает. Аминь. Люди не пострадали, пострадало только дьявольское вот это, знаете, заведение. О, дорогие мои, реальность. Когда мы с вами начнем использовать власть, данную нам, Иисус говорит, все даю вам власть. Кто ее использует? Нам всю жизнь с вами говорили, мы недостойны. Я не понял, если Он дал мне власть, если я Его Сын, я понимаю, что я в процессе, но я имею ту же власть, которую имел Иисус на этой земле. Ты просто должен это принять и взять в себя. О, дорогие мои, это реальность, в которой живу я. Я не рассказываю сказки. Дай мне уши человека на пять минут, и он на всю жизнь будет совершенно другим. Пять минут. Мне нужно просто твое внимание. Пять минут. И если ты человек, ищущий Бога, твое мышление изменится полностью. А через час тебе вообще плохо станет. А если ты подсядешь на эти темы, у тебя вообще крышу снесет. Потому что ты абсолютно начнешь думать по-другому. Потому что это Бог хочет изменить нашу реальность с вами. Я просто начал орать. Разве это все в христианстве? И Бог говорит нет. И он мне говорит, чего ты хочешь? Я говорю, Господь, я не знаю, чего я хочу, но этого точно не хочу. Я хочу это изменить, я хочу видеть славу, я хочу видеть радость, я хочу видеть счастье. И в то время, когда где-то все валится и закрывается, у тебя все растет. Объясните мне, что это? Это реальность Иисуса Христа. Мы не живем по законам этого мира, аминь. Мы не живем по законам этого мира. Мы живем по законам Иисуса Христа и Слова Божьего. Ты будешь личностью, с которой будут встречаться люди, слушать твои слова, хотят они этого или нет, их жизни обязательно изменятся. Дорогие мои, скажите мне если я сейчас возьму тебя и заведу тебя в парилку скажи мне если ты будешь напрягаться сможешь ли ты не потеть вот ты просто скажешь я отрекаюсь от пота меня не устраивает реальность ты дорогой мой хочешь ты или нет ты будешь мокренький почему потому что я тебя поместил в реальность другую Дорогие мои, это атмосфера, хотят они или нет. Люди сами даже не понимают, что церковь ⁇ это носитель реальности. Церковь ⁇ это то, что по-настоящему имеет власть. Дорогие мои, мы с вами все рождены. Знаете, в чью реальность? В реальность дьявола. Знаете, кто этот мир сделал таким? Не люди. Этот мир сделали таким бесы и демоны. Бог нам всем дал с вами землю во владение прекрасную, чистую, благословенную. Когда дьявол пришел, и когда Адам и Ева согрешили, вошла иная реальность в наш код ДНК. Аминь. И теперь мы с вами рождаемся, и мы не понимаем, почему такое зло на Земле. Да потому что реальность другая. И только Церковь способна это изменить. Поверьте мне, дорогие мои, только Церковь способна изменить реальность этого мира. Будешь ты упираться или нет, ты будешь потеть. Поверь. Некоторые люди говорят, нечестивцы все захватили. Знаете почему? Потому что церковь ничего не хочет делать. Вы слышите меня? Почему открываются новые казино, новые бары, новые притоны? Почему проституция процветает? Почему наркотики по улицам шагают? Почему все это нечисть, зло? Почему выкупается, подкупается? Почему вся эта коррупция? Да потому что церковь сидит и смирилась с той реальностью, которая вокруг нее церковь ждет какого то спасителя, а оказывается спаситель там оказывается на этой земле ты спаситель, потому что ты невеста христа я вообще не понял иисус сказал все даю вам власть он ее отдал и ушел что ты с ней делаешь. о дорогие мои, я мечтаю использовать ее по максимуму во а что бы это ни стало я хочу изменить все в моей жизни. я не хочу жить по законам, которые мне вот тот сказал и с какой стати я буду жить в его реальности? В какой стати я буду слушать то, что он мне говорит? Меня не устраивает эта жизнь. Меня устраивает только одна жизнь. Вот она. О, 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 -о. Вы что-то понимаете? Вы что-то принимаете? Вы что-то получаете сейчас, роды. Воздайте славу Богу. Мы с вами, как церковь, только начинаем познавать ту власть, которую Бог нам подарил. Мы в самом Зародыше восстание церкви, и перед тем, как церковь уйдет к своему Творцу, дорогие мои, поверьте, она свернет шею дьяволу. И это не харизматическое заявление, поверьте мне. Дорогие мои, мы с вами, церковь должна быть взята в славе. Подобное всегда соединяется с подобным. Он победил, церковь не имеет, прав... не имеет права не победить не имеет права никакого отсидеться на задней лавочке и потом ждать, ой, Христос, забирай. Вот сейчас что-нибудь еще дьявол сделает, какой-нибудь закон новый введет. Вспомните Христа, куда бы он ни появлялся, дорогие, менялась реальность, полностью менялась реальность. Давайте прочитаем одно место из Библии. Очень уникальное место. Оно мне очень нравится, потому что здесь показывается о том, что Иисус Этим жестом, который Он делал, Он показал ученикам, что вы можете делать все, что вы хотите, если только поверите. Дорогие мои, мы с вами даже не задумаемся, если церковь начнет, если церковь встанет в полный рост, и она расправит свои плечи и начнет делать именно то, что делали даже апостолы, и что сказал Иисус Христос, вы увидите, что начнется на земле. О, дорогие мои! Матфея 14 глава, 20, 22 стиха. Евангелие от Матфея, 14 глава, 22 стиха. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученик, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Представляете, здоровые мужики сидят, пищат, как девочки. Что это такое? Представляете, призрак в оригинале переводится дух. То есть они сказали, это демон идет, это бес идет, это дух какой-то идет нечистый. Это Иисус всего лишь проходился по водичке. Для чего Иисус это делал? И, Иисус что, фокусник? Для чего вообще Христос это все делал? Для чего это вообще нужно ученикам и нам с вами? Зачем это вообще в Библии было отмечено? О, дорогие мои, Иисус хотел показать ученикам, что не только я могу изменить реальность, но и вы можете жить в моей реальности. Не только я могу ходить по воде, реально, но и ты, если ты захочешь, ты поверишь, дорогие мои, в то время, когда все тонут, ты свободно проходишься по водичке. Я не говорю, что мы сейчас все с вами пойдем, где-то найдем лужу и по лужам походим. Я говорю, дорогие мои, что реальность изменена будет. Вы слышите? В то время, когда все тонет в воде, ты не тонешь по какой-то странной причине. Ты чего, пенопластовый, что ли? Нет, дорогие мои, существует другая, иная реальность. Аминь. Существует что-то, что внутри тебя не дает тебе согласиться. Мы живем с вами абсолютно по другим законам. Нам просто нужно, как Церкви Христа, это принять внутрь себя. Мы творим историю. Церковь должна перерисовать историю. Вы понимаете меня, родные мои? Церковь это единственная, единственная неповторимая невеста и сила в этом мире, которая способна перерисовать историю. Мы просто с вами согнутые, сломанные и подогнутые под это общество. Мы никогда еще не расправляли свои плечи, мы никогда еще не вставали во весь рост, потому что нам всю жизнь говорили, что мы никто и ничто. Мы способны изменить реальность абсолютно. В четвертую страж ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев идущего по морю, встревожились и говорили, это призраки, от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ⁇ Ободритесь, это я не бойтесь ⁇ Петр сказал ему в ответ, ⁇ Господи, если это ты повели мне прийти к тебе по воде ⁇ он же сказал, ⁇ Иди ⁇ и выйдя из лодки, Петр пошел по воде. Представляете, он пошел по воде. Это не шутка была. Чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался. Дорогие мои, две реальности соприкоснулись. Он просто опять начал смотреть на другую реальность. Вы слышите меня? И здесь же он потерял все, что Бог ему дал, все, что он увидел. Почему мы не можем? Потому что мы с вами согласились с этой реальностью. Мы с вами парализуем сами себя. Мы сами себя лишаем силы, согласившись с реальностью вокруг нас. Согласившись с пьяницами, с алкоголиками, со смертью, с разводами, с развалом. Мы согласились. Мы вообще когда-нибудь с вами становились в настоящий пролом за свои города, за свои семьи и за свою нацию. Мы по жизни хотим только себя согреть. Мы по жизни ищем. Мы вообще люди, все мы. Мы рождены эгоистами. Хотим мы этого или нет. Мы всегда хотим, чтобы около нас было все хорошо. Но Бог призывает невесту изменить реальность в твоем городе. Дорогие мои, я видел, когда я читал про Божий генерал, и когда я читал а, и, и видел кассету преображения. Если кто-то из вас видел кассету преображения, кто-то видел кассету преображения. Вы видели, как буквально два пастора, три человека заезжают в город, начинают молиться. Через некоторое время весь город начинает гореть в огне Духа Святого. Меняются, меняются все флаги, меняются все знаки, меняются все рекламы, закрываются тюрьмы. Закрываются бары и рестораны, и на их месте образовываются церкви. Дорогие мои, кто-то пришел, и его эта реальность не устроила. Аминь. Дорогие мои, когда вы вернетесь в свои города, в свои страны, откуда вы приехали, дорогие мои, пожалуйста, начните менять свою собственную реальность. А когда вы ее измените, кто бы вас ни коснулся, начнет заражаться именно вашей силой и вашим огнем. И они не смогут противостоять этому, потому что это реальная сила. Мы с вами по жизни жертвы, жертвы чьих-то поведений, жертвы чьих-то, знаете, там конкурсов, жертвы чьих-то там выступлений, жертвы чьих-то законов. Мы по жизни жертва. Родные мои, мы здесь призваны изменить все. Мы реальная невеста Иисуса Христа. Вы понимаете, о чем я говорю, родные мои? Вам, я понимаю, вам, может быть, немножко тяжело слушать, потому что ты думаешь, приехал дядя какой-то из Америки, ему там все так классно, дорогие мои, поверьте. Аллилуйя! Слава Богу! Я вам серьезно говорю, проще, наверное, нет. Я очень простой человек. Я именно хочу быть настолько простым, чтобы каждый из вас понял, что любой из вас это способен сделать. Просто став на колени и сказать, ⁇ Отец, меня не устраивает эта реальность ⁇ все будет меняться в моем районе, в моем городе, в моей семье и в моем обществе. Потому что я не встану, потому что я буду продолжать поститься, и еще несколько таких, как я, я найду, а не присоединятся. Когда Илья возопил и моей души ищут, и Иисус ему напомнил, еще есть семь тысяч не переживай. Вы понимаете? О, Иисус! Другими словами, Иисус показал Петру, в какой реальности Он хочет, чтобы Петр жил. Дорогие мои, Иисус просто показал Ему, в какой реальности. Это не то, чтобы Петруха теперь с этого времени по воде ходил. Он говорит, что, что именно, дорогой мой, ты можешь делать то, что немыслимо никому. То, что другие люди думают абсурдом, это твоя просто реальность. Вы понимаете, родные мои? То, что для других шок, ты даже уже не удивляешься. Ты даже не удивляешься. Знаете, мое сердце когда начало скорбеть? Много лет назад я сидел на лавочках разных церквей. И когда выходил человек и начал, начал, начинал свидетельствовать, у меня прошла головная боль. Я рад, что у него прошла головная боль. Но весь зал взрывался от овации. Я говорю, отец, это показывает то, что в церкви настолько нет чудес, что даже головная боль вызывает бурные овации. У нас раковые опухоли у людей уходят, и уже овации не такие сильные. Уже надо, ребята, ну вы что? Ну если было две опухоли. Вы знаете, я не говорю о том, что люди ожирели, я говорю о том, что церковь это организм, у нее это должно быть. Церковь это то, что не имеет права не работать. Если оно не работает, это не церковь. Аминь. Оно должно работать. Если я купил камеру, она должна хотя бы включаться и снимать пару кадров. Если это церковь, родные мои, написано, что церковь делает. Если церковь этого не делает, это не церковь, это клуб веселых, религиозных, находчивых. Церковь ⁇ это жизнь, церковь ⁇ это огонь, церковь ⁇ это сила, церковь ⁇ это слава его. Не называй, что попало церковью. Не называй. Это оскорбление Бога. Церковью может называться только то, что живет, растет, исцеляет, освобождает, восстанавливает и изменяет все. Когда ты приезжаешь куда-то, весь город должен знать церковь. Если город не знает церковь, это секта. Аминь. Все должны знать, верующие, неверующие. Я вам бросаю вызов, приедьте в Вашингтон, найдите первого русского и спросите мое имя и фамилию. Мы везде, интернет, радио, телевидение, везде. Мы все говорим, и когда люди приходят в церковь, они заполняют карточки. Мы слышали, мы слышали, мы видели. Церковь это то, что движется, меняет. Выйди из-под дивана. У меня нет финансов. Тебе финансы не нужны, тебе нужна сила. А когда появится сила, придут финансы. Потому что бессильное, бессильную ерунду никто не рекламирует. Аминь. Когда Бог увидит силу, Он сам сделает так, чтобы всем было видно. Я когда еще был молодым христианином, говорил, Боже, мне бы популярным стать, мне так хочется, вот эти проповеднички. Мне так тоже хочется на своем кораблике плыть. Я говорю, Господь, как мне это сделать? Но ну, у меня как бы были искренние желания. Я не просто хотел, знаете, пиариться, а просто хотелось бы ну, вот что-то делать для Христа. Иисус говорит: прочитай вот это место. Я читаю. Если ты не может укрыться, а? город на вершине, и зажегший свечу ее не ставят под сосуд или под где-то под колпак, но ставят на самое видное место. И когда я получил это откровение, мне Иисус сказал, все, что тебе нужно, чтобы слава текла, зажечься. Все, что тебе нужно, зажгись. Перестань думать о финансах, перестань думать, финансы придут. Вообще-то даже не вопрос. Бог хочет, чтобы ты загорелся. Когда ты загоришься, тебя сразу всем станет видно. Даже те, которые не хотят тебя видеть, все равно будут видеть. Нечаянно ну будут. О, дорогие мои, церковь, не называйте, что попало церковью, вы слышите меня? Не называйте, что попало церковью. Мы думаем, что мы зависим от обстоятельств, дорогие мои. Все наоборот. А наоборот, обстоятельства зависят от нас. Мы просто с вами как церковь не практикуем свою власть и силу, поэтому сатана творит, что хочет. Дорогие мои, когда-то его время должно прийти к концу, имя? Что-то должно измениться, кто-то должен из изменить. Вы знаете, я заметил одно. Когда идет проповедь, я почему-то думаю, что она всегда к соседу. Всех думают, вот кроет, вот она ему точно надо. Но когда ты начнешь принимать это к себе и практиковать это лично, ты увидишь, что тв... все начнет меняться вокруг тебя. Просто возьми и скажи, это мое, это ко мне. Мне надо встать, мне нужно закрыть свою секту и открыть церковь. И мне нужно загореться Духом Святым и перестать выделываться. Мне нужно делать то, что Бог сказал, и все начнет меняться. Прямо сейчас у некоторых из вас созданная реальность. Где-то зло, где-то раздоры, где-то непонятные моменты, где-то какие-то вещи. Мы создали эту реальность. Дорогие мои, разрушьте эту реальность. Просто придите и скажите, а с этого момента я в этой реальности не живу. Я разрушаю эту реальность, я выхожу из этой реальности. Я ненавижу то, что дьявол сделал с моей жизнью. Я хочу измениться. О, дорогие мои, мы просто не практикуем. А когда приходят какие-то атаки, мы просто очень легко сдаемся. Мы просто сдаемся, мы не хотим. Давайте прочитаем еще одно место. Матфея 16 глава. Я уже об этом говорил. В начале я хочу это место еще забить в самом конце. Матфея 16 глава 19 стих. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах дорогими объясните что это за место вообще кому оно написано петру его уже здесь нет что ключи забрал он тоже с собой дорогие мои ключи даны, даны были первенцу камню петру в его лице мы все наследуем это и что ты свяжешь на земле что будет связано на небе. Вы понимаете, что это не то, что мы тут начнем с вами уставы создавать. Мы с вами, когда начнем реальность, мы просто скажем, я разрушаю это, я не хочу это, вы увидите, как все это начнет меняться. Ты скажешь, я хочу изменить все в моей жизни. Дорогие мои, вы можете жить в своем городе и в своем месте лучше, чем на каких-то островах карибских. Потому что ты изменишь реальность. И это, дорогие мои, просто поверьте мне, мне, почему мне тяжело проповедовать? Потому что я сейчас не могу принести с собой то, что я имею там. Те люди, которые стояли вокруг меня буквально три года назад, три года чуть-чуть с, с маленьким назад, не было ничего. Сотни наркоманов были в мире. Тысячи людей были одержимы в моем штате. Люди, которые были разведены, люди в разводах были, дорогие мои, когда мы просто с командой стали на колени и начали орать. Отец наш, нас эта реальность не устраивает. Нас не устраивает, когда наши собственные братья, сестры, дети, отцы умирают от алкоголя и уничтожаются наркотиками. Дорогие мои, когда-то нас с вами должно достать, что оно, что оно вокруг нас. Когда-то оно должно зацепить что-то в нас. И мы должны просто сказать, Отец, я не хочу этого, я хочу измениться. Ключ от Царства. Дорогие мои, что может быть в Царстве? Вы знаете, я удивился, есть одно уникальное место в Священном Писании, когда молится Иисус. И эта молитва настолько меня зацепила. Он говорит, и все мое, твое. И все твое, мое. Когда я услышал эти слова, когда я прочитал это место, я говорю, Иисус, почему мы не имеем все твое? Он говорит только по одной причине, потому что мы никогда не отдали все свое. Почему мы живем с вами полуфабрикатной жизнью? Почему мы с вами живем постоянно разрушен, разрушенной жизнью? Никто или только жалкие единицы полностью продавались Иисусу Христу, полностью посвящали свою жизнь Христу? Почему дьявол даже не, не пытается заниматься людьми, которые не продали ему душу? Вы, замечаете, вы вообще знаете почему? Разговаривая, разговаривая один раз. С некоторыми людьми, которые были отданы, отданы сатане, они не покаялись, мы просто имели с ними разговор. Они говорят, если бы дьявол не был реальным, мы бы никогда в жизни ему не служили. Понимаете? Дорогие мои, не время ли это, нам с вами задуматься? Реальный ли в нашей жизни Бог? Если даже эти сатанисты, недотепанные, смогли дотепать, мы ему не служим. Я говорю, скажите мне, почему вы служите демонам? Они говорит: если бы это не было реальная власть, сила, деньги, почет, женщины, все что угодно, мы бы никогда ему не служили. Ответьте мне на вопрос: почему вы слушаете Богу? Что Он делает в вашей жизни? Ничего? Так кому вы служите? Родные мои вообще понимаете, о чем я говорю? Я человек серьезных вопросов, я так скажу. Хотя бы заставлю тебя задуматься. Ты ходишь, ты исполняешь обряд, что обряд тебе дает. Ты ходишь в эту церковь для чего? Чтобы десятину выложить. Реальный ли Бог в твоей жизни? Нет, Его нет в твоей жизни. Если этого Бога нет в церкви, церкви нет. Это клуб. Когда я поговорил с этими людьми, а это было много лет назад, а я как раз ходил, в клуб, который не имел вообще никакой силы. Конечно, меня ненавидят эти люди, потому что я вскрываю эти клубы. Но люди приходят и задают вопрос, пастор, у меня проблема, помолись за исцеление. Это твой крест, сестра, Дует отсюда. Нам легче сделать это крестом. Мы сейчас крестом называем что угодно, лишь бы не молиться за это. А, у тебя муж с ума сошел, это твой крест, неси, сестра. А у тебя дети наркоманы, это твой крест. Молись, может Бог услышит. Церковь вообще растратила все. Дорогие мои, ну вы знаете, что Бог ничего не растратил? Он ждет хотя бы кого-то, кто просто скажет ему честно, «Бог, где ты?» И я хочу видеть тебя, слышать тебя, ощущать и переживать. Если какие-то сатанисты и отмороженные служат тебе, потому что дьявол делает. Если они служат дьяволу, потому что сатана производит чудеса в их жизни, то я хочу задать вопрос, почему мы служим Богу? Ну, я не знаю, мне так вот сказали, вот, покайся и в ад не пойдешь. Окей, я не иду в ад. Что дальше? Я просто стал задавать себе вопрос. Отец, почему я служу вообще тебе? И когда мы с вами начнем задавать честные вопросы, как Гидеон, я вам уже говорил, судей в шестой главе Он говорит, где, где Бог, где чудеса, о которых нам рассказывали отцы наши, где они? И Он конкретно говорит Богу в глаза, оставил нас Бог и предал нас в руки Мадионетян. И Бог взорвался, Он говорит, Во! Нашел одного честного! А теперь с этой силой дуй и ты победишь. Вы слышите меня, кто-нибудь ударит милотью по воде и дождется, пока вода расступится. Кто-нибудь вообще бросит вызов небу, чтобы хотя бы увидеть, живой ли Бог? О, дорогие мои, я вам говорю серьезно. Я бы даже в жизни никогда не служил Богу, если бы Он не был полностью, стопроцентово реальный в моей жизни и не творил чудес каждый Божий день. И я сплю, а Он творит чудеса. Вы слышите меня? О, как я люблю Иисуса. Он живой в моей жизни. Я буду в самолете слушать свой плеер, а кого-то он там будет изменять. Мне люди пишут имейлы, записали твои проповеди, сбросили их на mp3 плеер идем по тротуару кувырк и бес вышел я так думаю я не понял а я уже на расстоянии беса угоняю что ли так получается реально несколько свидетельств пришло сначала одно я там в шоке был потом второе пришло подобное я так не помню, что проповедь бес выгоняет. Ну да, раздражается бес, выходит, не нравится. Я, я не шучу, я, я не шучу. Родные мои, мы с вами имеем реальную власть изменить все. Ты не сможешь туда достать, перешли диск. <свят> Присылает нам еще одно письмо. Говорит, включаем. Говорит, никогда не знали, думали, что у нас в доме все нормально. Говорит, только, говорит, подключили, говорит, телеканал Сена. Реальное свидетельство на имейл e мне пришло. Говорит, только, говорит, включили. Говорит, прошла одна передача, вторая. И говорит, и тут ты на своем кораблике выплываешь. И говорит, реально, говорит, у моего, говорит, дяди, или как она сказала, это как он, это вот жена, муж, и это его, его отец. Как он называл? Свекор. И говорит, свекор, моментально начались проявления демонов. Прямо на диване во время проповеди. Я говорю, ничего себе. Вы же понимаете, почему. <laughs> Дьявол меня не любит. И вас тоже. Дорогие мои, я не понял, а что, под дудку дьявола должен плясать? Дорогие мои, написано «Седуемая власть, и ничто вам не приключится». Никогда ты находишься под такой охраной Божьей, что ты можешь делать все, что Он тебе скажет, и ты всегда будешь охраняем им. Забудь вообще, что такое страх. Иди и делай то, к чему тебя Бог призывает. Забудь, что такое страх. Забудь, что это такое даже и есть в этом мире. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. И праведник, он смел, как лев. О, Иисус, творцы истории. У меня была такая дикая мысль, когда я приехал в Америку. Когда я покаялся и отдал свою жизнь. Вот бы изменить историю. Дорогие мои, вы знаете, что каждый из вас может ее изменить? Ты скажешь это громкие слова? Вы знаете, что только рабы не меняют историю? Люди, которые подогнулись под историю, не меняют ее. Реально скажи, отец, я хочу изменить мою хотя бы историю. Хотя бы мое родство остановится на том, что оно делало раньше и будет служить тебе. О, родные мои, я верю, что я так вас накачаю Словом Божьим, что вы треснете. Аллилуйя. Мой голос сдает. Я на пределе, но дух мой бодрый. Все нормально. Я же говорю, 70-80 будет тяжело, потом попустит. Смотрите, я вам еще раз повторю. Вы сейчас, хотите вы или нет, по какой-то странной причине, почему вы в этом зале? Вот что вы тут взялись? Вот скажите мне, что вы, вот, вот, что вы тут взяли? Что вас притащило вот с Германии сюда? Вам что, делать нечего? Вы что, там газировки не пили? О, дорогие мои, какая-то реальность привлекла вас, имя? Что-то заставило вас сюда приехать. И это не человек. Людей много. Людей-помазанников много. Вас привлекло что-то, что вы увидели, оно было совсем другое. Аминь. Оно было не похожее на то и на то. Оно совершенно было похожее не на то. Оно было какое-то не такое. Оно было какое-то другое. И мне его хочется. Аминь. Hey, хочется, значит, получится. Ты просто должен сказать, я хочу стать творцом истории. И я не буду жить в чьей-то созданной для меня реальности. Я ее изменю. Потому что Он во мне. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем, исцелять, освобождать и так далее и так далее. Другими словами, Он на мне, и когда Он на мне, я меняю реальность. Иисус только приходил в город, демоны орали, бесы не могли спокойно сидеть в людях, начиналось движение. Сносили больных, потому что приходил человек, вокруг которого была другая реальность. Ученики шли, шли, какая-то тень, странная тень. И когда ложили людей больных, одержимых, эта тень исцеляла их. Объясните мне, что это? Чем его тень отличается от моей? У него реальная тень. У него вот тень она плывет и все исцеляет. И не дай Бог ты попадешь под этот луч, тоже исцелишься. Дорогие мои, скажите мне, что это за реальность, где тени исцеляют? Что это такое, что Иисус может плюнуть в глаза и тут сразу прозрел? Представь, подходишь ты до меня и говоришь, пастор, помолись. Иди сюда поближе. <реклама> <пух> <пух> ты сразу уйдешь из этой церкви. Я, я, я просто сделал то, что сделал Иисус, я совсем не преувеличиваю. Написано, он плюнул ему в лицо. Что это? Представляете, да, как у религии крышу срывать будет? Ты выходишь, так, сегодня служение помазания через оплевывание. Выстраиваемся. И все ложатся. А чего бы и нет? В Библии же написано. А надо делать как написано. И никто не прикопается. Сегодня всех оплевываем. Завтра всех мажем грязью. Ну, в общем, жизнь такая была. И мы, когда с вами смотрим, а когда вот служение тени исцеления будет, все придут. Ладно, опять началось. Молитва Иисуса Христа, да будет Царство Твое на Земле, как и на Небе. На Земле, как и на Небе. Объясните мне, на Небе реальность другая, чем на Земле. Земля была создана точной копией Неба, только это была Земля, и там был Адам и Ева во плоти. И когда дьявол изменил реальность, когда Бог дал нам власть, теперь кто-то должен вернуть землю в ее исходное состояние. А хозяева этой земли, ты и я. Не жди Христа, который придет и изменит. Ты имеешь власть и ключи. Начни отмыкать небо, я могу орать, что многие легкие вылезут. Но если ты не начнешь делать ничего, я только мою реальность могу менять, и только люди, которые попадают под мою тень, могут меняться. Но я хочу, чтобы ты делал то же самое, потому что ты ничем от меня вообще не отличаешься. Воздайте ему славу. Ох. Я верю, дорогие мои, только в одно, что уехавшие отсюда, вы поймете, что вы точно такие. Я не тот помазанник, который приезжает и говорю, я такой большой, такой большой, что же не подходи сюда. И тебе точно таким не стать. Но no. я тебе говорю, что такой маленький, такой маленький, что ты даже выше меня, и у тебя даже больше и лучше получится. У вас же церковь не разваливалась? Нет? От вас отрекались? Нет? Вас все друзья когда-то бросали? Я не имею в виду, я не шучу, и не преувеличиваю. Все! Все! До единого! Ни одного не осталось! Я, моя жена и мой кот! Нет, лысый потом купил. И мы сидим! Собственная мать! сказала ты, самозванец. И я сижу с моей мечтой. И говорю, ну вот, Иисус, приехали. Мы хотим видеть славу Божью? Скажи мне, что ты готов за нее отдать? Готов ли ты пожертвовать всем? Некоторые люди говорят, у меня ничего нет. Я говорю, ты счастливый человек. Это все, что тебе нужно отдать. Вы представляете? Когда подошел юноша с баблом, он, бедный, не смог ничего сделать, потому что он ну, много было. А надо было тоже все отдать. Как и мытарю, знаете, Матфею, который там сидел. О, отдать хорошо, на! И пошел за Христом. И здесь богатый юноша. Иисус, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, сделай то и то, и то. А я это уже сделал. Ну, знаете, перед Иисусом выделываться нельзя. А, ты уже все сделал, да? Он говорит, ну если хочешь быть совершенным, ну такая мелочь есть. Все продай, нищих видишь, раздай и поехали. <свят> и все. И юноша ушел со встречи с Иисусом в ужасном состоянии. Некоторые говорят, приди ко Христу и ты станешь счастливым, счастливый. А я тебе говорю, ты еще подумай, к кому ты приходить будешь. Потому что, когда к нему придешь, ты можешь очень несчастливым стать, потому что Христос тебе скажет цену. Аминь. Царство, подобное подобно, небесное подобно купцу, ищущему драгоценных жемчужин. Нашет его, идет, продает все имение свое и приходит и берет жемчужин. Это все. Господь именно это сказал, потому что это именно все, это именно то, что тебе нужно. Если это оно, ты посвятишься. И не говорю о том, что Бог будет забирать у тебя все. А если и заберет все, ну при чем здесь я вообще? И я, и я, и я и не при причем. У меня все забрал в одно время. О, поверьте. Но зато потом как дал. О, как дал. Поверьте. Я, честно, не хочу рисоваться. Я, наверное, лучше не буду. Хорошо дал. Поверьте? Просто поверьте. <рых> поверьте. Просто поверьте. Если просто скажу, может, у кого-то комплекс неполноценности начнется. Когда люди приходят и говорят, выбирай любую машину. В Америке. Представляете? Когда он тебе сказал, отдать машину твою любимую, тебе пришлось отдать. И вам к тебе приходит человек и просто говорит, мне Бог сказал купить тебе любую машину. Я смотрю ему в глаза. А ты знаешь, что я наглый? Я говорю, ты хоть знаешь, что ты только что сказал? Я же куплю. И я купил. Самый последний крутой бимор. Черный на черном. С вот такими колесами. Ну ладно, это же земное имя. Мы же хотим пробуждения. Дорогие мои, о чем я вам говорю? Иисус сказал, когда ты будешь искать Царство Божье и отложишь все, я дам не только братьев и сестер домов и, и всех родственников и друзей вместе взятых не только на небе но и на всей земле но я вам честно скажу я абсолютно этого у бога не прошу я прошу чтобы реальность моя изменилась и чтобы реальность всех людей которых только я могу коснуться изменилась Аминь. я ненавижу дьявола вот почему я здесь я люблю Иисуса. Вот почему я здесь. Я верю, дорогие мои, что из этой конференции, пусть она будет маленькая, пусть она будет тихая, но я верю, что каждый из вас что-то вынесет из нее. Аминь. Самое главное ⁇ это качество. Каждый из вас ⁇ это потенциальный чемпион внутри, и вы должны это сделать. Он призывает вас, Он дает вам все. Все люди равные, у всех 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и практически ни у кого нет денег. Поверьте, все одинаковые. Тебе просто нужно начать делать то, что Он сказал. Тебе нужно начать делать то, что Он сказал. Марка 11 глава, 23 стих. Я буду заканчивать. Марка 11 глава, с 23 стиха. Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, Верьте, что получите, и будет вам. Ты вообще когда-нибудь стоял в молитве, пока не получишь? О, дорогие мои, я стоял. И когда ты получил раз и выучил этот закон, ты получишь два и три и четыре. Просто скажи, отец, я ненавижу то, что я вижу. Я хочу изменить все вокруг меня и начни пусть дьявол никогда не скажет тебе что ты никто потому что ты все в иисусе христе вы понимаете о чем я говорю дорогие мои я верю что господь что то сделал с вашими сердцами за эту конференцию Amen. кого господь коснулся поднимите руку я верю дорогие мои что туда куда вы поедете с кем мы встр... с кем бы вы ни встретились Пожалуйста, несите реальность Иисуса Христа. Несите Его силу, несите Его Слово, несмотря ни на кого. Не подгибайтесь под мрак, не подгибайтесь под рабство. Скажите, отец, и я твой сын, и я твоя дочь. И я буду делать все, как написано. Тебя не исцеляла, я просто буду практиковаться. Ложи что-нибудь больное и ходи. Исцелился? Нет? Еще раз. Дорогие мои, я вам серьезно говорю. Увидел где-то труп, а пойди, ну хотя бы попробуй. Скажи людям, я ничего не гарантирую, но потренироваться можно? Можно. Смерть, выйди! А вдруг получится? Ребят, вы понимаете, что с Богом классно. Потом скажешь, сори, не получилось. Самое главное, ничего не гарантировать, потому что это дело такое, а вдруг Бог его не хочет назад возвращать. Он его уже наконец-то забрал. Вы понимаете? Господь говорит, пожалуйста, не проси, я его только-только забрал. Тут столько людей молилось, чтобы я его забрал. Поэтому не все мертвые будут воскресать. Вы понимаете, о чем я говорю? Но попытаться можно. Вы думаете, у меня все получается? Да такого это иллюзия. Я когда читаю книги Смита Виглесфорта, я удивлялся. Он ставил трупок к стене, держал его за голову, потом говорил, живи, отошел, бабах, опять, живи, бабах, пять раз. Из зала мужик, ты изверг, перестань издеваться над трупом. Он поставил, живи, бабах, он говорит, встань, тот встал. Говорит, ты что-нибудь в воскрешении понимаешь? Нет, заткнись. И опять поднял трупа и опять воскрешал его. Вы слышите меня? Когда к Смиту то подходили люди на коляске, бедненькие, подъезжали на коляске с горем, помолись за меня. Он говорил своей команде, поднимите ее. Они поднимали. Все, что он делал, брал коляску и где-то минут 10 ее ломал. Когда он ее полностью разломал в дребезги, вытянул все спицы из нее, он говорит, теперь я буду молиться. Потому что у человека вера появлялась, назад катить не будем. Он ломал костыли. Почитайте его историю. Я читаю историю. Я в шоке. Человек, который туалеты чинил и получал деньги. Не закончил вообще практически. Он в своем письне, в письме своему ученику Лестеру Самралу написал семь раз в письме имя Дух Святой, Холи Спирит. И во всех семи раз сделал ошибку. И ты смотришь, таких людей Бог использует. Да, использует. Пришел кто-то нас с костылями. Первое дело разберись с костылями, потом молись. Я вам серьезно говорю, у людей сразу вера приходит. У нас тоже был один прикол. На инкаунтере. Ну, сейчас он это чаще и чаще. Знаете, я, я не такой наглый. Но я наглею. Я постепенно наглею. Она себя помолись, я, я плохо вижу. А очки там, знаете, ну бинокли. Серьезные очки. Плохо видит абсолютно. Легально слепая девушка. Помолись за меня, пастор. Я говорю, а, а что, что ты за очками будешь делать? Говорит, ну, если получится, то. Говорит, нормально, если нет, то. Я говорю, он «Ну, ту печь видишь. Она говорит: нет, не вижу. Я говорю, «Одень очки. Она одела, говорит, теперь вижу. Я говорю, вот иди и выкинь их, ту печь. У нас специальная печь. Я вам уже говорил: есть печь, где мы все сжигаем. Классная печка. Заодно греемся. Заодно греемся. У нас огромный кемп, и там такой большая буржуйка стоит. Сначала, когда мы купили кемп. Все сказали Снести! Я говорю, не надо! Она нам пригодится. Там с трубы столько бесов вылетело уже. И, и знаете, когда она подошла, кинула в печь свои очки за нее молиться уже не надо было. Она говорит, вижу! Я говорю, Аллилуйя! И таких много, родные мои шаг веры. Не бойся ничего! Если влипнешь, купишь очки, не переживай. Аллилуйя! Иисус живой! Не бойся ничего, никого, никогда! Эй, man! Вы взяли что-то для себя!